сыроедческая окрошка. Вкусная. Без колбасы, без яиц, без картошки. Без кваса дрожжевого. Берем авокадо. Нарезали кубиками. Далее огурец. Очистили его. Потерли на терочке. Натерли на крупной или на мелкой терке. Затем взяли редьку или редис. Тоже натерли на терке. Добавили немножко перчика. Корень хрена натерли на терочке. Чесночок натерли. Горчички немножко по вкусу добавили. Перчика молотого черного чуть-чуть. Перемешали. Добавили. Залили сывороткой. Немножко можно добавить уксуса яблочного. Даже полезно.